привет. Промежуточное обновление уже доступно на Majestic Roleplay. Что нового? Расскажем прямо сейчас. В автосалоны добавлено 17 новых автомобилей из последнего обновления GTA 5. У них достаточно низкая цена, они классно выглядят и также классно модифицируются. Для вас доступно множество вариантов тюнинга, начиная с установки обвесов и нанесения винилов и заканчивая изменением внешнего вида салона и элементов двигателя. Также в Los Santos Custom добавлены шины с низким сцеплением. Установите их на автомобиль, чтобы упростить вхождение в управляемый занос. Новая модификация будет полезна для дрифт-каров, но вы также можете использовать ее на обычных машинах. При этом, чем ниже подвеска, тем ощутимее будет результат. И не забудьте посетить новую дрифт-трассу, скрытую в одном из складов промышленного района. Это место буквально пропитано духом андеграунда, а доступного пространства с лихвой хватит на то, чтобы организовать гонку, дрифт-состязание или сходку стрит-рейсеров. На этом все. Гоняйте и веселитесь на Majestic Roleplay.